Выступление детского фольклорного ансамбля «Зарянка» было настолько заводным, что зрители не смогли усидеть на месте и тоже пустились в пляс. Дети пели русские народные песни под баян, кружили хороводы и играли в ручеек. Так в клубе «Активное долголетие» прошли осенние вечерки. Этот проект был организован совместно с сотрудниками Дворца культуры «Родина». Детский ансамбль «Зарянка» исполняет русские народные песни, народный фольклор. Обучают детишек в том числе традициям, культуре. Программа была очень интересная, потому как наши гости нашего клуба, члены клуба, были очень довольны и сказали, что подобного мероприятия вот у нас еще не было. В конце вечера юным артистам вручили сладкие подарки. Организаторы надеются, что теперь такие душевные концерты будут проводиться на постоянной основе.